Налоговый вычет можно получить при продаже квартиры, получении услуг медорганизаций, обучении, покупке ценных бумаг на бирже. С 2022 года действует упрощенный способ через личный кабинет. То есть источник данных – это информация, имеющаяся в налоговых органах, также полученная от банков и органов исполнительной власти. По факту поступления от банков сведений платежщиков информируют специальным сообщением в личном кабинете для физических лиц. В случае наличия права у налогоплательщика получения такого вычета будет направлено предзаполненное заявление для его утверждения. Такие заявления налоговый орган формирует не позднее 20 марта по сведениям, представленным до 1 марта. Это все непосредственно привязано к сдаче справок 2 НДФЛ. Индивидуальные предприниматели и самозанятые получить вычет могут лишь в том случае, если они также работают по трудовому или гражданско-правовому договору. В противном случае права на вычет они не имеют, так как не являются плательщиками НДФЛ. Исключение – те предприниматели, которые платят налог на доходы физических лиц.